Здравствуйте всем! У природы нет плохой погоды. Средина осени, 13 октября. После заморозков пожухла листва на винограде. Я так люблю, когда он становится, листва винограда становится красной, красивой. Ну что ж, пожухла она после мороза. А это оставили несколько гроночек Молдовы. Она сладкая-сладкая сейчас. А там дальше на заднем плане виднеется капуста-агрессор, пусть еще постоит немножко. Груша уже желтеет, листва на ней. Видны, цветут еще розы, последние цветы роз. А там лаванда под смородиной. Так что уже осень. Ничего, хочется лето, но мы будем ждать весну. А зимой строить планы, где что будет посажено, и мечтать о весне, мечтать о лете. Ведь пока мечтаем, мы и живем. Всего хорошего. До встречи.